Всем привет! Пришла очередная хреновина из Китая. Посылочка с пастеком. Посылочка не мне. Попросили заказать. Точнее, как заказывал, все равно я. Выбирал я. Просили заказать сигарету. Опа! Сигарета. Посылочка стоила... Мы сейчас это посмотрим, потому что я уже не помню. По декларации посылочка вышла. Так, это декларация вообще нет. Тут что-то, по-моему, цены ни хрена не указаны, только количество штук. Так. Ну, посылка, по-моему, на $30. Здесь у нас сигарета iStick и мод. Мод я, честно говоря, не помню. Мод не дешевенький, а простенький. Такой для начинающего парильщика. И к нему картриджи. Сменные. Ладно, хрен с ним. Такая вот сумочка. Тяжеленький. Вот она сумочка. Так. Я думал, будет хотя бы в этом, в отдельной коробочке, нифига. Так, вот у нас бак. Вот такой, он еще и включен, то есть полностью разряжен. Так, а давайте мы его проверим. А, как мы проверим? Сейчас 2 секунды я вернусь, возьму свой бак и мы проверим его. Ага, я вернулся. Вот это новый iStick. Вот это мой iStick. Ничем они не отличаются. Мой, естественно, потертый весь. О, косяк. Это вообще косяк. Здесь, видимо... При транспортировке он царапался о бак. Это не очень хорошо. Я, честно говоря, даже не знаю, как открывать спор на фастеке. Ну, я надеюсь, что человек, который заказывал, будет не сильно расстроен. Так, давайте мы выставим 12 ватт. И попробуем. Давай быстрее. Ну, короче. Вот давай вот. Все прекрасно работает. Да. Все работает. Здесь мы имеем бак на 30 ватт. Ой, бак мод на 30 ватт. Сейчас мы это проверим, точно ли это так и есть. Да, вот 30-ка. Так, сынуля, не лезь. Так, можно смело отдавать. Мод рабочий. Это хорошо. Так, дальше давайте мы посмотрим бак. Бак я, честно говоря, этот ни разу не видел, не открывал. Как он заливается, я не знаю. Так. Испарители. Испарители. Что-то мне кажется, что я что-то погорячился и не заказал не те испарители. Хотя они должны подойти. Главное, чтобы все хорошо подошло. Испарители заказал на 1.5 Ом. Так, ну, в принципе, да, должны подойти, не должно ничего вытекать. Так, мы закрыли дырку. Отличная затяжка, даже хорошая. Ну, сигаретная затяжка на этом баке. Я специально взял такой бак, чтобы человеку мог сам
не, так сказать, не перематывая, поменять себе испаритель. То есть эти испарители, в принципе, работа как его можно, как он называется-то, ремонтировать, менять ватку, менять спиральку. Ну вот, то есть вот такие вот испарители на 1.5 Ом, так далее, какую-то, что-то какой-то, может, промо акция, может, что-то какой-то код тут, видите, штрих-код, ну не знаю, пускай валяется. Что тут мы еще имеем? Имеем мы кайстику зарядник, то есть это мини-USB. Мини-USB. Нет, это микро-USB. Да, микро-USB. А, так что мод пришел. Конечно, минус огромный, что мод поцарапали при плохой транспортировке. Можно, в принципе, попробовать. Сейчас я... Еще две секундочки. Я никуда не ухожу. Взял немного жижи. И мы попробуем залить. Я не... Вот тот такой не надо мне. Там дизлайков или еще что-нибудь. Посмотри, как заливает. Все в первый раз. Я так понял, что заливать вот здесь. Это основной бак. Он тоже, видимо, откручивается. Да. А, он не откручивается. Может, откручивается. Откручивается. А, прикольно. Вот, видали? Я надеюсь, он заливаться не будет. То есть, вот он, бак основной. Разбирается полностью. Я так понял, что мы заливаем жижу вот сюда. Зальем мы клубнички вкусненькой. Так. Немного странно заливается. Ну, ладно. Так, я извиняюсь, что у меня дрыгается камера. Там под столом находится мой сын. И двигает штатив. Да, долго заливается она. Так, у меня сейчас сядет камера. Будет забавно, конечно. А, ну, короче, заливается она вот здесь сверху, этот бак. И потом накручивается это все вот таким образом. Затягивается. И мы начинаем парить. Бак, я думаю, что сюда влезет, наверное... Ну, блин, еще половина. Короче, большой бак. Сейчас я ее сейчас опробую. Если что, я напишу в комментариях. Либо... Ну да, я лучше напишу это все в комментариях. Либо к описанию видео добавлю. Так. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ссылки будут в описании. Сигарета обошлась 2500. Это, я думаю, немного. Для нормального, так сказать, начинающего парильщика лучше взять вот этот мод. Это недорого, и это будет сразу хорошим начинанием. Так что берите этот мод, не жопитесь, как я. Я накупил кучу егох, и потом их все выкинул благополучно, потому что они все сдохли. Так что спасибо за просмотр, ставьте лайки, репостите видео. Всем спасибо, всем пока.